Всем привет, дорогие друзья! Очередное обновление игры RavenFile. Бета 5 у нас уже ждет на тестирование. Итак, что у нас здесь добавили в бета 5? Добавили новый вид транспорта. Это квадроцикл. Добавили новое оружие. Сейчас мы его посмотрим. Добавили какой-то гаечный ключ, который можно ремонтировать, что-то кидаться, там еще всякая хрень. Оптимизировали оружие, тыры-пыры. Так, пофиксили тоже много всяких тонны багов и фиксов. Сейчас мы это все разберемся и посмотрим. Улучшили тоже здесь посадки в вертолет, в танк, там вся эта такая мелочь. Так, что же мы посмотрим? Ботов побольше поставим, как обычно. Давайте 100 поставим. Так, реверс, так, карта. Давайте Исландию поставим, она поменьше. И вроде как поинтереснее, мне нравится. Так, новое оружие. Вот он, Recon LRR. Сейчас мы его выберем. Так, что-то там еще, какой-то гаечный ключ где-то добавился. Вот он, не знаю вообще для чего. Давайте его возьмем. Тоже посмотрим. Граната будет, гаечный ключ, аптечка, пистолет. Так, высадка у нас пошла. Что ж, давайте начнем, ребят. Так, вот у нас новое оружие. Так, смотрите, графика вроде становится все с каждым разом лучше и лучше. Давайте попробуем сразу сядем в вертолет. Так, слева у нас появляется флажок захватчика. Его это у нас не было, по-моему, такого флажка. Так, вертолет я управляю, по-моему, не я. Я просто сел. Ни хрена себе, эй. Взяли меня, короче, выкинули с вертолета, вы видали? Вот это прикол. Офигеть. И меня сразу к красным выкинули. Вообще замечательно, просто, блин, надо было на вторую точку телепортироваться. Что-то я ступил, ребята. Ну, чё? Квадрик, где квадрик? Есть квадрик? Да, вот он, ребят, вот он, квадроцикл, который добавили, который... Так, пошел-ка вон. Так, я прокачусь на квадрике. Так, ну ладно, он вроде жив, все нормально, ребят, не ссать, компов своих я не убиваю. Иху! Так, с него интересно стрелять, можно? Нет, стрелять с него нельзя. Зато он вообще как-то, блин, очень быстро. Так, здесь что-то они вообще тут все раздолбали, размесили. Так, куда же поедем? Так, где у нас карта? Так, подожди, там он, по-моему, был шпион. Так, попал, нет? Надо его бы убить. Так, ребята, что-то где-то уже начинаются, по-моему, война. Оружие, кстати, очень нормальное, неплохое. Ого, здесь уже поубивали. Так, вот. Ребята. Ох, ё-моё, да нас тут вообще в окружении. Так, встанем мы вот сюда. И будем... Блин. Нас сейчас окружат, ребята. Так, подождите. Ё-моё, сколько их тут, а? Сколько же хедшотов! Так, мне надо захватить флаг. Я здесь один воюю, да? Так, отлично. Так, блин, там уже танк едет. Это хреново. Так, они еще вот здесь обходят. Так, вон они внизу. Так, у него какой-то... Так, все нормально, ребятки. Я держу своих. Так, здесь еще такой танк был. Танк какой-то бомбанули. Так, мимо, ребята, мимо. Опять мимо. Я снайпер. Так, ну что, мы захватили эту точку, нет? Откуда, кстати, война-то идет? Где-то ведь стреляют. Так, танк горит. Это... Так, вот. Отлично. Так, там снайпер где-то чешет. Все, нет снайпера.
Сейчас главное патроны, чтобы не кончились. Так, идем. Интересно, знаете, они тоже все с новым оружием? Так, с пистолета пока постреляем, ребята. Хе-хе-хе. Так, ё-моё, что же тут? Я куда-то вообще попал, ни хрена себе их тут. Фу, блин, надо было гаечный ключом в них бросать, ребята. Так, идем на вторую точку. Так, что здесь, война? Идем наверх. Офигенско, ребята. Так, давайте продолжайте снарядами вертолеты мочить. Отличное обновление, я вам скажу, ребятки, оружие неплохое. Мы должны затащить в этой катке. Так, главное своих не убить. Какую точку захватываем? На. Так, где еще? Мне нужна красная кровь. Да, а у меня только синяя. Так, ладненько. Ну давай, восстанавливайся. Нас вообще в одну точку заперли, ребята. И никуда не дают выйти. Главное не ставь компот, мы отыграемся, мы отвоюем эту точку. Так, где-то уже перестрелка идет. Так, а вот они. Офигеть, ребята, они где-то тут с дробашами идут. Так, стоять, стопэ. Где-то они тут. Так, пока я не вижу. Снизу где-то атакуют. По холмам идут, вот, с аптечкой. Выброси-ка ты свою аптечку. Тебе уже она не поможет, твоя аптечка. Так, сейчас. Мы отстреляемся, ребята. Убиваем сначала водителя. Все, отлично. Минус водитель. И добиваем. Да, добиваем. Блин, ребята, меня заснайперили. Так, аптечка. Блин, да что за черт? Что такое? Давай, оживай. Так, подождите, что за гаечный ключ? Что он там может делать? Давайте попробуем что-то тут отремонтировать. Нет? Что-то как-то он тут не особо помогает. Ладно, хрен с ним. Ребят, нас вообще, смотрите, со всех сторон атакуют. Походу, нам настала крышка. Да хрен вам! Хрен вам, ублюдки красные! Так, стой, подожди, не стреляй, я же тебя даже не приметился. Так, у меня сейчас осталось 44 хп. Уже нет, ребята, вообще ожесточенная война идет. И нас просто мочат. Как лохов. Да хватит бибикать, давайте воюйте, немцы, блин. Так, что-то аптечка использована. Они отсюда наступают. Че, красные победили? Да ладно, вы че, совсем что ли звери? Смотрите, сколько их тут везде. Я не сдамся. Я вас замочу. Что, у нас два флага же есть? Есть. Мы продолжаем мочить. Не ссать компот, ребята. Хоть их и дофига, но мы все равно отобьемся. Мы отобьемся. Да, правильно, бибикаешь. Здесь уже машины вообще просто кучами валяются.
Давай, 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 ребята, наступаем. Ох, ни хернище себе, куда же я вышел? Сейчас я буду вставать, оживать. Нет, ребята, нифига не получается. Так, 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 сейчас мы отвоюем, мне писать компот. Где гранаты? Где гранаты? Мне нужны гранаты. Гаечник муж не подойдет. Че, я не взял, что ли? Блин, вот одна. Так, 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 нас уже шпилят изо всех. Лови! Лови! Так, уже они где-то вообще повсюду. Так, я прикрою, я прикрою. О, отлично. Так, вертолет, вертолеты летают. А что там есть кто? Так, так, блин, танки едут уже. Ну ладно. Это еще бой будет за нами. На всякий случай добиваем. Идем очень осторожно. И в упор прям стреляем. Они откуда-то вообще, хрен пойми, откуда вылазят. Видали, да, прикольчик-то? Так, надо к ним подкрасться незаметно. Так. Продвигаемся. Вот два шкера моих куда-то идут. Так, там что, красный? Нет. Так вы чё, клоуны, друг друга, что ли, не видите? Из пистолета, что ли, вас убить? Так, подожди. Так, за камень надо спрятаться, ребята, срочно. И перезарядиться. Так, там два клоуна моих бегают. Отличненько. Отличненько. Идем, идем потихоньку. В осаждение. Так, меня закоцали, меня увидели, меня закоцали. Где они, где они, где они? Кто здесь, кто здесь? Так, вот они, сейчас здесь пойдут. Там еще было. Еще были, по-моему. Так, флаг, 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 нам нужен флаг. Так, все, синий, синий, синий повесили, отлично. Уже три, 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 но там уже была победа синих, ой, красных, да? Но уже у нас три флага. Отлично. Так, там вот эту надо бомбануть. Так, лодка нам нафиг не нужна. Так, здесь куча-куча, аптечка не активировали. Ублюдки, а? Сейчас мы их затащим. Чё там? Блин, ни хренища, он откуда выехал? Из воды, что ли, там? Хренов клоун, а? Мне аж интересно, откуда он тут на квадрике так пронесся. Так, 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 ни хрена себе. Вот это, да? Так, вертолет на вышки бомбанули. У-у-у. Так, ребята, десантируемся сюда. В самую жару. Да, и ничего, бывает. Давай, 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 вставай, вставай, вставай. Убегаем нахрен отсюда. Убегаем быстрее куда-нибудь, то в штаб, быстрее в защиту. Так, ладно, отлично. Вот это война. Прям уж бан. И третьего тоже зацепил. Давай, выходи. Выходи. Флаг за нами будет. Сколько же у вас там, а? Так, блин, что за херня? Опять меня откуда-то бомбанули, а? Так, главное с этой точки не уходить. Отстаиваем, отстаиваем точку. Они вообще бегают, ни хрена не видят, я в него почти же убил. И он меня, ублюдок, добивает, откуда он понимает, сраный бот. Так, мы не уходим с этой точки. Вот этот ублюдок сейчас меня опять придет, добьет. Давай быстрее, 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 куда-нибудь, куда-нибудь.
Так, вертолет наш, нет? Не знаю. Но пару раз я в него точно попал. Так, ну чё? Там кто? Хрена себе, они там плавают. Чё, валим на следующую точку? Ни хрена вот это, на тебе в спину. Да блин, я только хочу вообще что-нибудь сделать, и они сразу идут толпами. И эти мимо проходят, и вообще никого не убьют. Звери, ну и звери, а. Так, синие, уйдите нахер, уйдите нахер. Блин, вот это вообще прям бои начались. Все, я здесь буду торчать. Так, ты, значит, встаешь, да, клоун? Тебе тоже не повезет. Так, вот это, два этих байкера херачат. Так, выставка у вас, да, пошла? На, водилу, минус водилу. Так, добиваем там. Этот очухался. Да вот то, что ли, аптечка? Воу-воу-воу, подождите-ка. Спину, да? На, еще раз. Так, они уже сверху где-то атакуют, ребята. Мы держим, держим флаг. Давайте повыше заберемся, посмотрим, что творится. Так, хер пойми, откуда дубасят. Сверху, по-моему, дубасят. Даже без прицела, я уже все пришкалился к этому новому оружию. Сходу, сходу, сходу. Так, ты что, жив что ли остался? А, нет, тебе не повезет. Так, вон они, ребята, идут верхом. Вот здесь у меня отличная точка. Минус водила, минус водила. Нет, не попал. Так, что там эти два оживают, да? Ага, сразу аптечку. Так, ё-моё, ни хренища себе их попёрло, ребята. Где гранаты? Гранаты, нам нужны гранаты. Я не знаю, куда-то она улетела, но хер с ней. Не знаю, кто это, снайпер или чё, или чё им тут вообще надо. Так, эти тут вообще как-то по-умному зашкерлись, а? Хрен, на тебе мне бомбанули. Так, ребята, не уходим, держим точку. Вообще, просто смотрите, сколько здесь месиво какое. Давай, давай, встаем, встаем. И валим, 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 валим нахрен. За скалы, за скалы. Так, 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 давай, падай, падай за камень. Падай за камень. Да что ж ты, ё-моё, делаешь-то? Все, походу, сейчас флаг нас захватили. Да, ребятки, захватили флаг. Ну, вот такое, ребят, обновление вышло. Довольно интересно, игра развивается. Все, скажем, разом лучше и лучше становится, новое оружие добавляется. Довольно интересно. И на этом я буду заканчивать эту серию, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, смотрите мои прошлые видео. Всем пока.